И трубы вверх, вверх уж ощипли, сзываю всех, всех в опятках выпили. А у вас есть что-нибудь повеселее? Там большая толпа стоят, там гулял по улицам нашим королева не пала, королева не пала, ратна, раджия, лакшми, вас. Ты посмотри, какая женщина. Вас дана стремление кедра. Вас, а зачем она обречена? С королем по имени Махендра. Оставайтесь и живите с нами. Я вам подарю весь этот город. Разграшу белыми ночами, и Непал забудете вы скоро. Вас, ну как сказать ей по-непальски, что она прекрасная сучка. Вас, ну объяснишь ты ей на полицу. Эту нашу маленькую песню. А девушки между тем бегут, пересекая свет этим ударами. Зачем? Ко мне! И плохо тут, неплохо тут. На них бредущие в обиде завидуют уставшие. Бегите, девушки! Бегите, кричат им сестры старшие, бегите же, пока бежутся, а не снесете головы. Хотя бы память сохранить, как их весело бежали вы. Спасибо за песни, мне пора. Женщины, нас под руку берущие, если надо, понемногу в рощи, если надо, правду говорящие, если надо, над землей парящие, как бы неземные существа, вниз на нас глядящие дед-два, как вы нас разумно утешаете, как вы не обидно нас прощаете, полной средней школой недоучены. Вы во всем вникаете так вдумчиво, собственной судьбою озабочены, собственной бедой замороченной. Вы как будто и не утешаете, просто между делом потешаете беспечными словами. Усталыми руками, дурашливым лицом, соленым огурцом. Не пора. Нет. Пришла, теперь останешься. Ну что это? Опять сначала. Вот потому что женщин плавание не берут, вы там одичаете. Впервые меня так отшивают. Ну давай, тупой в темпе. А главное опять не трезвый. Неужели остановиться нельзя? Или хочешь алкоголиком стать, чтобы рамку потом зашивать?
Беда в том, что если я не выпью, я не человек. Ты свялый, скорый, малоинтересный. Если же немного приму, то становлюсь раскованным. С чувством юмора и с любовью к рядом сидящей женщине. Мать у меня умерла. Тебе что, непонятно, что такое? Есть не жизнь. Инфаркт
Вот ты, Игорь, понял? Если бы я так захотела жить, как она, что ты так хотела? А потом я, Лена, есть. Чем плохо? Ты спокойно об этом говоришь. А получается как? Пока ты нужна, все с тобой хороши. Надо взять отпала, все почему-то куда-то исчезают. И этот Анатолий твой тоже испарится. К чему же, спрашивается, тратишь свои чувства? Да почему ты решила, что он испарится? Это порядочный человек, за грань не ходит. Там шелопать не держит, чуть что он перестали страдать. Это было смотрено, чего у него только нет. Часы, воды не проницать, зала заводящиеся. Теперь дайдом еще не знаю, с чем кольцо хотел мне подарить. Настоящий агат. Я не взяла. Потому что он взял это правильно. Вообще, почему вы думаете, что это я за него держусь? Вот все ведь совсем наоборот, это он за меня держится. Если хотите, может, убедиться, я позову вас и приглашу его. И вы сами удостоверитесь, как он ко мне относится, Игорь! Черту! Черту! Если бы ты слушала наши советы, а то ведь они тебе не нужны, зачем же обращаться? Я не знаю, я просто приглашаю вас в гости, познакомитесь с интересным человеком. Слышь, ничего? Не хочу я интересного человека! Хватит с меня интересных людей! Я сам! Интересно, что я? Не кричала! Никто не кричает! Вот она ваша слепота! А что ты разошелся? Кто тебя обидел? Снова приглашаешь в гости! Не хочешь? Не ходи! Зачем кричать? Не хочу идти в гости! Не люблю ходить в гости! Интересная, между прочим, особенность. Почему никого не интересует такая интересная особенность? Ладно, Клава, мы отправляемся. Все в порядке. Игорь, уравновесится. Мы к тебе придем. Сейчас, Клава, мы отправляемся. Если ни один из лугов, ни один из листов, ни один из промов, если ни один из концертов для скрипки с оркестром, ты, ребят, фортепи явно с оркестром, если ни одна женщина, ее веселый взгляд, ее печальный взгляд, ее случайный взгляд не могут поднять меня над моею скучностью.